затмение, так я назвала свое гадание для Козерога на следующую неделю июня. Следующая неделя постзатменная, поэтому, наверное, необычное. Солнечное затмение, такое редкое по разным причинам, 21 июня. Немножко должно исказить, немножко поменять реальность вокруг нас. И предполагается, что в понедельник после затмения мы все выйдем в, ну, в какой-то другой мир. Поэтому вот мои вопросы к картам именно такие. Что за чудо приготовило это время для Козерога? Козероги, правильно я догадалась, вы же не верите в чудеса. Не встречала я Козерога ни разу в жизни, который бы верил в чудеса. Звезды для вас такой опции не предусмотрели. Три карты. Главные новости для Козерога будут связаны с очень понятными вещами. Работа или предложение о работе, деньги или предложение о деньгах, помощь или предложение о помощи. То есть вы переживете это время без каких-то особых потрясений, но вы к чему-то продвинетесь. Вас, во-первых, карты описывают, здесь есть пас жезлов, карты описывают ваш какой-то новый свеженький интерес. То есть Козерога посетит энтузиазм в отношении до чего угодно. Новой работы, например, нового хобби, новой любви, в отношении новой дороги, в отношении себя и своего имиджа. То есть это время, ну, скорее призвано вас оживить, вдохновить, подуспокоить и... Опять же, подуспокоить. Вот для кого что нужно? Кому-то нужны действительно страсти, потрясения, кого-то звезды сейчас хотят подтолкнуть, чтобы люди решились, там от чего-то отказались. Вот. Но не таковы Козероги. Вот вы как это время, эту неделю проведете как в хорошем санатории, понимаете? Потому что будут зрелища. Будут зрелища, то есть анимация, например, какая-то, или какие-то медицинские приятные процедуры. Будет хлеб, девятка пентаклей, как символ стабильного шестиразового питания вам выпадает. И будет очень миленькое, приятное общение с людьми, которые ни в коем случае вас не смущают, не пугают, не домогаются. И с которыми вы прям рады проводить время. Ну, прям курортно-санаторное лечение. Вот по-другому я это не назову. Измученной, изголодавшейся, страждущей душе, например, всегда вот именно это и нужно. В меру развлечений, чтобы от скуки не задыхаться. Очень много материального комфорта, доходов и нормальное, здоровое, чуткое человеческое общение. Вот. Ну, поскольку карты такие успокаивающие, как валерьянка, вам достались, это хорошие новости, если до этого у вас бури были. Если, например, там на работе вы ссорились с кем-то, дома ссорились, денег не хватало, может быть, здоровье подводило, нервы ни к черту. А тут вот приходит такое время, когда все хватает, все восстанавливается, как-то заплаточки на тонкие тела, на ваши... Жизнь ставит, и вы вроде еще почти что как целые. И не знаю, советов никаких нету. Ну, разве что вы совсем на перепутье, на распутье, не знаете, чем заняться на следующей неделе. Вот я вслед за картами скажу, займитесь какими-то очень понятными вещами. Рисковать, торопиться обогнать судьбу, там, конкурировать с кем-то, ссориться. Куда-то ехать вообще не надо, вот абсолютно не нужно. То есть, если скучаете по подруге или по каким-то родственникам, пожалуйста, поезжайте к ним в гости. Если скучаете по комфорту, хотите себя побаловать, например, покупками, вроде бы считается, что сейчас с астрологической точки зрения максимально неподходящее время для покупок, и это до середины июля теперь будет. Но как бы Козерогу карты говорят, в профилактических целях или даже в лечебных, знаете, чтобы
эголизм, как удовлетворите свой. Поэтому спокойная неделя. И ну, а время для подвигов, наверное, позже будет. Спасибо.